Были какие-нибудь материальные компенсации, помощь от государства? Да, на семью была помощь, но стоимостью, вот, например, у нас, стоимостью, наверное, индюка. Это за потерянное имущество, да? Да, потерянное имущество. А я себя считаю дважды репрессирован. Почему? Я скажу. Я жил в Грозном. У меня была 4-комнатная квартира. 1997 году я его сдал на компенсацию. Тогда, в то время, назначили, тогда нормальные деньги были, назначили 130 тысяч денег. Это в долларах было где-то 20 тысяч долларов. Когда назначили. А через 4 года отдали 4 тысячи долларов. Смог я купить за это. И так в детстве Сталин выслал, а взрослый ну, если вот сын был не это, я бездомный должен был бы умереть.